Здравствуйте, с вами VGaming. В поисках игр мне попалась на глаза игра Mobile Legend Adventure. И тут, как всегда, открылось желание быстро пройти как можно дальше. Понимаю, что быстрота прохождения в первую очередь зависит от героев и выполнения всего, чего можно в первые дни игры. Так я и поступил, выполнял все, что можно, и забирал пыль и опыт с АФК-сундука. Ничего нового в контенте не увидел, но мне понравилось качество реализации игры. Здесь не как у клонов АФК-арены пошаговые бои, тут одновременно дерутся все персонажи, да и часть персонажей известна мне была по Mobile Legend. Вот моя группа. Адетта, используя ее в качестве основного дамагера для уничтожения врагов, чем-то она мне напомнила Белинду из АФК-арены. Аврора, мой контроллер заморозка врагов, без контроля, как понял, тут никуда. Аматерасу дали при прохождении первой главы, так и использую до сих пор, тем более мне посчастливилось получить в прудах мечты ее копию. Грок, мой основной танк, который, судя по навыку, умеет еще лечить. Еще мне выпал Зилонг, его использую на передней линии, он хорошо бьет врагов. Но вся моя группа зависит от одного персонажа по дамагу, от Адетты. А хорошая тактика или нет, покажет время. Сюжетная кампания сейчас на 11 главе, 12 этап. Как понял, ивент-вечеринка у бассейна очень хорошо помогает прокачиваться новичкам, ведь там за спасательные круги купил себе эссенцию, которую очень трудно добыть, а она необходима для развития героев. Башня Вавилона сейчас на 73 этаже. Если сравнивать силу моей группы и силу врагов, то отрыв небольшой, но как мне подсказывает опыт игры в ФК-арену, разница должна расти в пользу врагов. Кажется, что на 11 главе отрыв еще мал. И да, пока мне рановато, наверное, думать о пачке, просто качаю лучших из тех, кто мне выпал, для того, чтобы пройти некоторые этапы, бил и бил заново врагов. Как оказалось, тут это тоже работает. Игра мне понравилась, жаль, что ранее она не попадала в поле моего зрения. На этом первый день игры окончен. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокол. Всего доброго!